На территории Подмосковья продолжает действовать масочный режим при посещении общественных мест и проезде в транспорте. Кроме того, необходимо соблюдать социальную дистанцию. Пассажиры общественного транспорта стали реже нарушать требования санитарной безопасности. Об этом сообщила первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова. «Штрафуем мы только диссидентов, людей, которые отказываются надевать маски. Для водителей более строгие меры принимаем», добавила замминистра.